Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре приложения Google Искусство и Культура. Будем гулять по галереям, по музеям. Итак, поехали. Оценка, кстати, у приложения 4.2. Так, открываем приложение. И здесь, друзья, мы можем настолько много всего. Ну, во-первых, смотрим на какие-то, значит, экспонаты музейные или какие-то интересные места. Соответственно, вот так перелистываем сверху. Но, друзья, сразу же хочу сказать, что здесь есть интерактивная прогулка по музеям. Нажимаем на значок камеры здесь, вот, и выбираем следующее. Значит, Pocket Gallery, прогуляйтесь по виртуальным галереям. Так, наведите камеру телефон на плоскую поверхность, вот, навели, все. И далее внизу, друзья, мы можем скачать различные галереи. Ну вот, допустим, вот такая. Нажимаем «Войти». Вот мы в галерее. Welcome to Brushes with the World. Мы artists from across the globe and in every conceivable style have painted the cities they call home, the views from their windows and the landscapes they love. Но можем еще on this journey, обратно we'll visit some of those places, traveling the world through картины. Видите, я прямо в интерактиве хожу по своей комнате и рассматриваю какие-то экспонаты. Вот. То есть могу подойти поближе рассмотреть и так далее и тому подобное. Ну, почему-то вот сбросилось. Внизу есть еще и другие экспонаты. Можем тоже точно так же каждую галерею необходимо скачивать. Нажимаете «Скачать». Идет скачивание быстрое. И все, можете запускать «Войти». Нажимаем «Войти» и точно так же гуляем по другим галереям. Друзья, помимо этого у нас есть еще очень интересные штуки. Art Selfie, Art Transformer, Art Filter. Попробуйте фильтры, созданные на основе артефактов из музеев. Ну вот, допустим, видите, я могу сделать вот так. Добавить, попробовать фильтр. Он сейчас тоже скачается. И мы будем в стиле, нарисованы в стиле Фриды. Или, видите, в стиле Фриды. Или вот, допустим, пробуем. Как вам такое? А вот мы в стиле Ван Гога. Всем привет! Это стиль Ван Гога. Причем почему-то здесь, видите, черным иногда включается и включается красная маска. Вот такая вот. Стиль Ван Гога. Может быть украшение Клеопатры. А мы можем быть еще также и в стиле вот такой вот картины. Как вам такое? Также, друзья, на мой взгляд, это прикольно. Pocket Gallery мы посмотрели, фильтры посмотрели, сделать фото и преобразить его в классику художника. Ну, давайте. И вот так можно в стиле различном. Вот, смотрите, котейка у нас в различных стилях. Как вам такое? Причем все эти стильные фотографии можно сохранять, делиться. Вот внизу, видите, делиться, можно сохранить, скачать и так далее. Там, вот, видите, фотография сохранена на устройство. Друзья, что еще может быть? Ищите портреты людей, похожих на вас. Ну вот, тоже нажимаем. Классная штука. Значит, сейчас делаю фотографию. Приложение думает, соображает и ищет тех, на кого я похож. На некоторых, ну вот, тут я, допустим, мне кажется, похож. Где-то я не похож, где-то похож. И вот сверху даже процентное соотношение, на кого я похож и не похож. И тут еще был Александр II, но теперь решили, что я не похож на Александра II. Вот. Так что вот как-то так. Соответственно, друзья, помимо всего этого, можем смотреть различные экспонаты здесь, да. Ну вот, допустим, давайте посмотрим, мне можем находиться на дне морском.
И вот так вот смотрите интерактивно. Вот я смотрю влево, вправо. Lady Elliot Island is a coral cay on the southern tip of Australia's greatest 360-degree camera. Я нахожусь под водой. Все 360, я не знаю, сколько тут раз я включу телефоном. The island is famous for its manta rays. It's one of the top locations in the world to go diving with these gentle giants. И очень классная функция. Также можем смотреть на произведения искусства. Вот, соответственно, читать, листать. Ну, единственный минус, что, конечно, видите, все на английском языке, но это специально, видите, комментарии или комментируют произведение. Вот. И непонятно, почему вроде как бы здесь есть и на русском языке, но перевод с помощью Google. А, вот, нажали перевод с помощью Google, и все. Допустим, 14 храмов, которых хотите, которые можно исследовать. Короче, ну и понеслась все далее по-русски. И далее у нас есть еще и можем здесь вот так тоже находиться в реальном времени. Панорамы в 360 градусов. 360 на 360 на 360. И смотрим, куда хотим. Можем прогуливаться вот так. И, на мой взгляд, это очень-очень круто, интерактивно, классно, неплохо. А, значит, друзья, также, что у нас есть еще интересного? Ну, и просто здесь вот, если честно, есть даже игры, смотрите, Google Arts and Culture, вот, то есть мы можем еще и играть кроссворды, пазлы, ну, кроссворды, я думаю, для нас тяжело будет на английском языке, а вот пазлы, загружается пазл, и, соответственно, пускай будет easy, выбираем картину, которую мы хотим, easy пазл, соло, и понеслась. Вот. Интересно, как только ну и вот, вот он пазл, соберите его. Это еще в изи режиме, вот так можно переносить, вот так вставлять. Так. 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 Сюда. Опять не угадал. Ну, короче, друзья, я думаю, что вы поняли, да, какой принцип. Здесь у нас. И, соответственно, друзья, есть еще огромное количество всего. Исследовать музеи. Отдельно можем прогуляться по музеям. Например, по Национальной галерее Лондона. Панорамы 360 на 360. И можем прогуливаться, наблюдать, смотреть, тоже крутить вот так вот во все стороны, смотреть все. Вот так это все выглядит. Также, друзья, ссылка будет в описании. Надеюсь, вам видео было полезно. Ссылка в описании. Всем пока, до свидания.